Здравствуйте, дамы и господа, приветствую всех тех, кто меня смотрит, с вами вновь Николас Партия, это игра Warframe, онлайновый шутер, который находится в открытом доступе. Продолжаю делать видео для вас, очередная новая тема. Ну что, в принципе, разговор сегодня пойдет о разломах Термия и наградах. Награда основная является это Аптикор Вандал. Это топовое оружие для любого начинающего игрока, так как параметры этого оружия очень высокие. И получить его можно на любом ранге на текущий момент. То есть Warframe может быть любым, но есть ряд непосредственно условий, о которых я сейчас вам поведаю. Механика этой игры позволяет делать просто великолепнейшие вещи. Но для этого нужно понимание. Первое, что необходимо, выбрать со старта вольта. Это универсальный Warframe, который поможет вам в начале. Также открыть первую планету Меркурий, затем добраться до Земли и там открыть Цетус, выполнять ряд неких заданий, получать ресурсы, эндо, моды и непосредственно после отправиться на Венеру. Там пройти задание Фортуны и открыть долину сфер. Получить скейт, бор так называемый. Получить, скрафтить себе арчинг, запуск арчинга. Также, в принципе, да, получить модификации. То есть это моды, ресурсы и так далее. То есть какие-то расходники. Это будут спектры, это будут таблетки, это будут какие-то хилки, что вам как бы в дальнейшем поможет. Значит, прокачать Warframe до 30 уровня и апнуть вооружение до максимума. Значит, что касается оружия, да, я даже проходил с МК поначалу, потому что нормального вооружения не было. Значит, и понимание вот этой всей подготовки в том, что, в принципе, можно даже все это дело как бы и не выполнять. То, как вы вот голым по Европе, как говорится, пошли и... Если какой-то попадется вам игрок там 30 ранга или на легенде, он все сделает по сути и без вас. Вы можете даже там стоять АФК, либо лежать даже дохлым, под конец стать и все получить. И даже где-нибудь там умереть на отшибе карты, и потом просто вас телепортнет на выход. Даже такое может быть. Но может быть и все как бы с точностью наоборот. Вы будете помирать, никто ничего не будет делать, и за вас никто ничего не сделает. Если вы сами ничего не сделаете. Значит, делаем какой-никакой билд на Warframe. Желательно это, чтобы был вольт. Вооружение. И собираем, значит, группу. То есть это будет какой-то пати. Например, из ваших друзей, товарищей, коллег. Возможно, это будут соклановцы из клана, ваши гильдийцы. Либо же это просто будут игроки в пати, которых вы соберете и отправитесь на данное задание. Или же просто тупо на морозе идти на рандоме в попытках, что вам повезет на нормальных игроков. Но тут, конечно же, нужно понимать, что попадутся иногда еще и руинеры, и афекарики, и тем, кому это и дело и 100 лет в обед не нужно.
с этими разумами Терми. Значит, и здесь, в принципе, да, можно и объединяться. Например, нет у вас Вольта, нет у вас там другого варфрейма. То у игроков бывают такие мощные мехи, роботы, которые, в принципе, уничтожают и не нужен никакой варфрейм. Но, так как игрок-новичок, вряд ли у него это будет. Также там имеются там запуски арчвингов и сами там оружие арчвинга, там какой-нибудь масаон, с которым он будет типа ложить там пачками мобов сотого уровня и ему фиолетового там на ком вы там играете. Значит, вот как-то так. Ну, заранее требуется, да, с этими миссиями потренироваться, сходить несколько раз, понять, как что работает. И в итоге у вас все получится, да, может быть не с первого раза, ну, как говорится, я дал советы, а там уже, как говорится, дерзайте, дело все за вами. На этом, я думаю, все, остальное геймплей. Я вам продемонстрирую, как все это работает. Base locked down, comms up. Now, no time for a break. Utico's got more work for you. Thank you.
for a break, Utico's got more work for you.